характере людей с буквой О в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук Д. Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Буква Е считается символом естественности и гибкости. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Мировоззрение родителей или домашнего уклада может ограничить их мышление и так прочно пустить корни в сознание этих людей, что в другом взгляде на жизнь у них может попросту отпасть надобность. Буква Н в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Звук «Г» в этом имени отличает этого человека такой чертой, как брезгливость и любовь ко всему чистому. Это может проявляться, например, как неприятие находиться в неубранной комнате или нежелание слушать непрофессионального певца или брезгливость в еде. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Звук «Г» прямо направлен на экстрасенсорные способности. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Имеет глубокие чувства, проявляет умение обращаться с деньгами. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Такие личности могут стремиться к лидерству, но этого добивается путем подавления других. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Кроме того, владельцы этого имени стремятся к знаниям, а также делать все добросовестно. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Расположенность к Лене у этого имени и созерцательность затрудняет поиск своего жизненного предназначения. Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. Это имя с буквой «Ж» означает, что владельцы имени цепляются за жизнь в прямом смысле этого слова и, подавшись порыву, плывут дальше за жизнью, не разбирая дороги. В связи с этим им очень легко потерять приобретенное, но на жизнь они не жалуются, а живут так, как получается. В любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. Такт буквы «Ж» – это страсть, фонтан, огромный выброс эмоций. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.